Привет, с вами снова Владимир. Я снова в гостях у Сарматов. Приехал для того, чтобы прикупить различные расходники для пенобетона. Вот, людям скрывать нечего, они решили снять свое реальное производство. Здесь производятся блоки различных типов размеров. Вот перегородочный. Вот основной, вот эти полосочки на блоках, на торцах, от того, что униформы вот универсальные. И у них есть шагом 5 сантиметров. Перегородку можно передвигать, делая блоки разных размеров по ширине, при одинаковой высоте. Также в этом цеху, в одном из цехов Сармата, льются различные другие. Ну вот смотрите, вот разбирают рабочие формы, вчерашние вечерние заливки. Сейчас в районе нуля, но здесь тепло от того, что, я не знаю, даже отопление есть или нет, сейчас попробую. Ну немножко есть, совсем чуть-чуть, остальное пенобетон сам себя греет. Вот форма для заливания перемычек. Это несущие перемычки. Вот так вот под размер их ограничивают специальным ограничителем. И делают размер, который необходим. Вот опять перегородочные блоки. Перегородка. Вот перемычки. Ну, перемычки. Вот огромный, самый большой мощный насос. Шланговый, пролистатический. Не знаю, как он там правильно называется по их классификации. Ну, мощный агрегат, качает по огромному вот такому шлангу на любые расстояния. Также вот так они доставляют погрузчикам прямо к месту загрузки песок. Вот так цемент выглядит. Сюда это все загружается. Потом скип ржает эту машинку 500-ю. После чего так рабочий по этим блокам и туда все это выгружается. А фибру он может вручную досыпать, а может и помещать в скип. Кроме этого, вот утепленные формы. Вот здесь у них пенополистирол под ОСБ. Блоки и перемычки набирают прочность больше и быстрее. Вот новые формы для новых офактуренных блоков. Сами блоки я сниму в следующем видео. Туда с помощью укладыша создается офактуренная поверхность. Вот, чтобы организовать производство, немного форм, 500-я машинка, шланговый насос. Вот смотрите, вот готовая продукция. Летом они работают здесь на ровной площадке. Вот готовая продукция. А блоки, которые через день, два, три набрали прочность, вывозят вот сюда и складывают за забором предприятия. Вон их сколько. Здесь блоки. Дальше вот там вот перемычки. Вот видео с реального производства, непричесанного. Вот так они их упаковывают. Тут плохо видно, но здесь написано размер блока, сколько штук, объем метров, плотность. Ну и фамилия упаковщика, адрес, сайт. Здесь они вот потеют, набирают прочность до конца. До того момента, когда будут уложены в стену.